Эта трасса покрыта асфальтом и проложена в основном в горах. На немного крутых поворотах. Постоянное напряжение на трассе требует стальных нервов, чтобы нагнать лишнюю секунду, так необходимую на финише. Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Colin McRae Rally 2.0 для первой PlayStation. Ну, в прошлой серии мы с вами завершили ралли Греции победой на высокой ноте. Ну, а сейчас у нас третий этап, это ралли Франции, заковыристая трасса, асфальтовая. Поэтому под нее нужны соответствующие настройки. Ненавижу, блин, я асфальтовые этапы. Хотя вроде бы должен бы любить. Но в ралли асфальтовые этапы особенно сложны, как по мне. Очень извилистые. Очень надо резко уметь реагировать на все повороты заковыристые. Они очень... как правило, извилистые. А, вот. Ну, посмотрим, чем это все закончится. А, я перед сейчас вот записью один раз протестировался. Проехал полностью ралли Франции, финишировал седьмым. Не смог в шестерку попасть, здесь тоже нужно попасть в первую шестерку, чтобы пройти дальше. Хотя бы надо шестым финишировать. Вот, но я не смог. В общем, посмотрим. Сейчас, если попаду в шестерку, то, наверное, не буду перезаписывать. Главное, в общем, попасть в шестерку лучше. Трасса, как я уже сказал, очень извилистая. Очень надо точно управлять. Плюс привыкнуть вообще к асфальту, что здесь практически нет инерции. Надо аккуратнее управлять с одной стороны, но в том же... в том же смысле, как бы аккуратно, но и очень четко и точно. Привыкать, конечно, надо к асфальтовой физике в ралли. Вот. Да, ну, пока что-то дела как-то у нас не клеются. Да, кстати, я вам обещал, что на днях протестирую Colin McRae Rally на компе. Я вам говорил, что у меня есть, обнаружилась, оказывается, лицензионная версия Colin McRae Rally 2.0. В общем, поставил я перед тем, как писать вот эту серию, я поставил ее у себя на компе. Colin McRae Rally 2.0, как ни странно, она завелась без проблем, в общем-то. Все нормально. Ой, 11 секунд. Блин. По-моему, еще хуже проехал, чем в прошлый раз. А, ну вот, видите, я даже специально сохранился, чтобы, ну, времена были старые и новые. Да, что-то далеко нас отбросило после первого спецучастка. Прям как-то так уныло, конечно. Ну ладно, посмотрим. Еще впереди много спецучастков. Как оно пойдет дальше. В принципе, я ехал, не сказать, чтобы очень плохо. Я бы попал в шестерку с первого раза, но было на двух спецучастках. У меня очень большие были ошибки. Перелетал барьеры, улетал куда-то далеко за рамки трассы, и на трассу меня не ставили почему-то, и мне пришлось самому вручную выбираться
искать дорогу, короче, и на это очень много времени ушло. Вот, и пару раз еще там врубался в столбы. Хорошо очень так. Поэтому, собственно, вот закосячил пару спецучастков очень сильно. Так вот, продолжу про Колин Макрей Ралли 2.0 на компе. Запустилась она, значит, без проблем. Очень смешно было, когда ставил ее читать там, ну, нотации, что ли. То есть там перед установкой можно было выбрать минимальную установку, она заняла бы всего 6 мегабайт на компе. Вот, но при этом она бы почти полностью постоянно грузилась бы с диска, и загрузки были бы долгие. И была полная версия установки, и там такая нотация к ней, что смотрите, для нее нужно очень много свободного места на жестком диске, целых 610 мегабайт. Вот, так что, если у вас есть такое, то, конечно, рекомендуется полностью установить ее. И игра тогда, ну, диск нужен тогда только для проверки лицензии. То есть диск в приводе все равно нужен. Тогда, видите, еще в те времена никакой привязки к интернету не было. Наличие диска уже давало право играть в лицензию. Вот, даже никаких лицензионных ключей там нет. Вот такие были времена. Ну, да ладно. В общем, запустил я ее. Меню абсолютно такое же, естественно. Никаких отличий вообще. Причем, запустилась она у меня почему-то в оконном режиме, и это вот минус. Ну, выбрал, короче, я пижоху и поехал в чемпионат новичков. И да, графика, конечно, там получше. Ну как, детализация машины. Даже я бы не сказал, что детализация лучше. Полигонов там, по-моему, даже не меньше. То есть просто четче текстуры на самой машине. Такие размазанные. Вот. А так, в принципе, отличается мало чем. Естественно, разрешение там поставил. Потом себе Full HD уже поддерживало в то время. Вот. Ой, смотрите, разбили мы машину не так сильно. Даже полностью хватило. Ну, отлично. Ну, вот чем, собственно, хороша Франция. Хотя, я гораздо аккуратнее сейчас, надо сказать, проехал. Чуть-чуть сместим дифференциал вперед, потому что что-то как-то жопу немного сильно закидывает. Вот. Так, ну, продолжу про Колин Макрей 2.0 на компе. И графон, в общем, да, получше. Full HD, все дела, эффекты покраши. Ну, свет в основном. То есть свет, в принципе, есть и на Соньке у нас, но там как-то оно... Динамическая даже смена есть. Ну, дня и ночи. Ну, там, точнее, не меняется, конечно, день и ночь, но стартуешь, например, на заре, солнца еще нету, а финишируешь, например, уже солнце встало, и вначале фары горят, а потом они выключаются где-то на середине спецучастка. Ну, вот такие, в общем, мелочи, детальки, картинка вроде как поприятнее. Но... В общем, все это, все эти небольшие минусы, они перекрываются... Ой, точнее, что я говорю, какие минусы? Плюсы. Все эти плюсы, которые я сейчас назвал, меленькие по графике, они перекрываются жирным таким минусом. А минус таков. Абсолютно, абсолютно не чувствуется скорость. Это какой-то кошмар. Как они смогли так закосячить в гонках? Это ж, блин, основное. То есть вот едешь... ну, я в Финляндию ехал. Вы сами видели, она скоростная такая, да? С
ну, небольшими поворотами, такими скоростными тоже. И скорость абсолютно не чувствуется. То есть ты на спидометре, у тебя 160, а такое впечатление, что ты едешь, ну, где-то, не знаю, там, 60, наверное, 70 километров. Но при этом, ладно, если бы и физика себя под эту скорость вела адекватно, а то игра-то понимает, физика, что скорость большая, и ты визуально вроде бы едешь не быстро, но на повороте тебя все равно выносит. То есть вот при такой скорости кажется, что даже вот в трешечный поворот войдешь спокойно. Но нет, естественно, ты на нем вылетаешь, и вылетаешь сильно в деревья, машина ломается. Но это смотрится так тупо, то есть на экране ты едешь очень медленно, а тебя выносит куда-то вообще далеко, непонятно, несет почему, по какой причине, и это такой диссонанс. И, в общем, я вам говорил, что мне не понравилось в те времена, что сказал, шестая часть, вторая часть Колин Макрея, вот, и теперь я понял почему, видимо, вот именно по этой причине, хотя я не помню, я не вспомнил этого. Я даже думал, что, может быть, это, ну, тормозит у меня из-за, ну, как, нестыковки железа, да, то есть, ну, все-таки игра как старая, и на этом железе, может быть, как-то некорректно работает. Зашел в настройки, взял всю графику на минимум, поставил. Ну, ничего от этого не изменилось. Игра как была медленной, так и осталась. Причем это не тормоза, не думайте, что... Это именно, что вот игра-то идет гладко, четко, все нормально, но вот именно геймплейно внутри гонки очень большой диссонанс по скорости. То есть не смогли они почему-то передать чувство скорости, и это очень сильно ломает. Я зашел в аркаду поездил, ну, по ралли-кросс там. То же самое. 6 машин по кольцевой трассе, но скорость абсолютно не ощущается. Вот. Играл также на джойстике, на этом же, на своем, на новом Трастмастере. Вот. И... Ну, в общем, компьютерная версия не прошла проверку на качество, по моему мнению. Если у кого-то есть, или кто-то, может, точно помнит, играл, проходил, впечатления остались, вы в комментариях напишите про, ну, вот этот вот глюк, который я сказал, про вот эту скорость. Может, это действительно, ну, у меня сейчас так она идет, хотя с чего бы, не знаю. Ну, с другой стороны, действительно, игра очень старая. Может быть, что-то с железом, с программным обеспечением, может, DirectX там. Ну, хотя она раз запустилась, и никаких глюков в графике не было, поэтому, значит, скорее всего, и не в этом дело. Да что такое? Закрутило, блин. Вот такие дела, такие впечатления. В общем, как я говорил, у меня действительно лицензионный диск. Алекс Вульф в комментарии именно написал, что синяя коробочка, да, с логотипом Бука, действительно. И там перед заставками, где презентация трассы идет, там и голос другой, и стенограмму читает наш русский мужик. Кстати, тоже очень фигово. Ну, я уже говорил, что непривычно слушать русскую речь. Да и читает он как робот. Такой, ну, понятно, с другой стороны, он не ролист же, что ему дали в руки текст. И он читает по бумажке. Не его это вина. А, вот видите, здесь время 3:34 было прошлое, а сейчас улучшили. Здесь Макрей первый, но Дугас-то у нас все равно, смотрите, на Пежохе
лидирует. А как ни странно, здесь вот меняется от попытки к попытке расклад сил. Я когда первый раз проходил, здесь опять королила Toyota Corolla. Королила Corolla. Вот, а сейчас, видите, Peugeot вперед вырвалась. Ну, самое главное, что у нас Макрей позади. Так, повреждения, в принципе, минимальные. Кстати, вот насчет вот этого вот времени и то, сколько мы тратим на починку, мне все-таки больше нравится то, как это было в первой части Макрея. То есть там в зависимости от повреждения зависело, сколько времени ты потратишь на починку. Здесь же стандартно просто сделали. Ну, как-то это немножко, мне кажется, неправдоподобно. Хотя, как, смотря какая деталь, в принципе, они все равно, допустим, механические детали, скорее всего, просто заменяют. И, естественно, тогда да. Тогда время просто как бы на снятие и замену на новую, оно примерно должно быть стандартизировано. Но все-таки не со всеми запчастями, так и со всеми деталями, поэтому все равно считаю, что в зависимости от того, насколько разбита машина, должно и время колебаться. А вот сейчас, видите, мы на закате едем уже вот этот спецучасток. И тоже здесь, ну, симпатичная картинка на первой плойке, как бы там ни было, была. И очень красиво. Опять же, диву даюсь, как они смогли такое выжать из старушки на тот момент уже первой PlayStation. Потому что, как я сказал, на компе не сильно отличается. Отличается только, по сути, вот разрешением. Можно поставить Full HD, да, соответственно, конечно. Меньше лесенок, меньше зазубрин, картинка почетче становится. Ну и эффекты освещения, да, получше. Приятнее. Тени помягче. Вот. Но все это мелочи, на самом деле, с основным косяком. Ну вот, как-то так. Такую небольшую рецензию дал на внутри одной игры на другую. Ну, думаю, ничего страшного в этом нет. Да, еще тут на днях катал, опять же, в Dirt Rally новый. Блин, и попробовал Rally Cross поездить там. И мне понравилось. Четкий режим. Сейчас вот даже 2 дня вот уже чисто в него катаю. Купил себе. Ну там тоже развитие идет как-то по нарастающей. Сначала используются машины старые, 60-х годов, потом 70-х, ну и так далее, до нашей современности. Вот это тоже прикольно сделали. То есть как бы целую эпоху раллийную запихали. Ну, по сути, вот появление, да, самих ралли. Зарождение. Вот. И, ну, достаточно прикольно сейчас на мини-купере стареньком ездить, на таком ралли-кроссовом. Он такой там прямо мускулистенький вид у него. Прикольный. Ну и вообще режим интересный. Кольцевая трасса дана. Так, блин, отрыв у нас уже от Дугаса достаточно большой. Пежохи. Ну, благо, что он позади был, позади и нас, и Макрея. Поэтому, ну, даже если он выиграет, произойти может все, что угодно, то, ну, как бы, большой потери пока не будет. Вот. Ну и ралли-кросс, в общем, да, кольцевая трасса там дана. И есть на этой трассе, ну, два
пути прохождения, скажем так, ее. То есть в одном из участков есть такое ответвление, и оно, ну, сложнее, чем если просто по трассе основной ехать. И даны, допустим, 4 круга, и на одном из кругов ты обязан проехать по этому вот ответвлению, и не только ты, но и каждый из участников. Ну, и это называется Джокером. Джокер-круг. Вот, и, ну, это вносит такую дополнительную тактическую... тактический элемент такой в гонке. То есть можно проехать по этому кругу, ответвлению, точнее, на самом первом круге, например, естественно, всех пропустишь вперед, и дальше уже все остальные круги ехать, ну, чисто, по нормальному кругу. Ну, а твои соперники, они на остальных кругах... О, вот в этот знак я врезался на первом прохождении ралли, и прям много что-то времени там потерял. Сейчас, фу, пронесло. Так вот, ну, в общем, интересная такая находка. Не знаю, ралли-кросс в реальности не смотрел, есть ли у них там такое. Подозреваю, что все-таки есть, наверное. То есть это такой элемент шоу, конечно, оно может... ну, как бы к реалистичности чуть-чуть теряется, да, гонок. Такой искусственный элемент, ну, это типа как ДРС в Формуле 1, да. Помощником гонок. Вот здесь такой тактический элемент ввели в ралли-кроссик. Но он дает хорошо. К интересу добавляет. Вот, поэтому... в общем, у тех, у кого есть достаточно свежий комп или, допустим, какая-то новая приставка, то тоже всячески рекомендую Dirt Rally. Интересная вещь. Хотя, думаю, она дальше будет еще больше для меня раскрываться, потому что я все равно только-только начал ее проходить. Вот. Еще даже толком к управлению, в принципе, не привык. Так, ну вот, на этом этапе мы чуть-чуть отыгрались. Это не может не радовать. Французский этап, конечно, кошмарный, если честно. Но я удивлен, что со второй попытки удается тьфу-тьфу-тьфу пока вот так вот ехать. Так, здесь у нас с вами 8 этапов будет всего. Спецучастков, точнее. Ну и это последняя зона ремонта у нас. Ага, ну сейчас, скорее всего, не хватит на все. Ну, сейчас починим основные элементы. Да, они, по сути, и разбиты-то совсем чуть-чуть, видите. То есть как-то на этапах асфальтовых далеко улетать не получается. Ну и ограждение плюс есть. Вот. Не дают далеко улететь. Так, ну вот. Худо-бедно подлатали наш болид. Ну и последний бой. Вот, кстати, на 7-м этапе я тоже помню, очень сильно закосячился. Вот как раз улетел далеко-далеко куда-то. Надо здесь быть очень аккуратным. Здесь наоборот, скоростных поворотов практически нету. В основном вот только трешки и четверки. Поэтому такая средняя скорость, она вроде не максимальная, чтобы там куда-то далеко улететь, но постоянно надо быть на чеку, постоянно вот держаться как-то в правильной траектории, постараться ну, сильно не забросить машину, не переборщить, да, ну, в общем, очень такие точные, что ли, движения нужны. Вот, блин. О чем я и говорю. Кстати, да, один из подписчиков на, по-моему, на Финляндии говорил, что очень забавно, говорит, смотрится, что у нас спойлер от спецучастка к спецучастку болтался с разных сторон.
Ну да, забавно. Хотя, конечно, когда спойлер болтается, в этом вообще забавного ничего нету. Но здесь, кстати, вот спойлер у нас уже болтается на протяжении, по-моему, двух или трех спецучастков. Ну, я так специально обращал внимание, пока рассказывал вам о Макрее на компе. И здесь все четко, как нужно. Болтается всегда слева. Так что пофиксили эту, видимо, тему между ралли Греции и ралли Франции. Даже что-то шпилек много на этом спецучастке. Блин, как все близко, а? И сейчас Дугаса нету в первой тройке. Хорошо, может быть, нам удастся отыграться. Но, в принципе, там отрыв не такой большой был. Что в районе, по-моему, 8 или 10 секунд. Тихо-тихо. Надо постараться максимально отыграть у него. Ах ты, зараза, вырвался все-таки на вторую позицию. Дугас, 3 секунды. Так, что же мы имеем? Да, видите, здесь тоже 7 секунд отыграл у своего времени. Fastest time. Так, ух ты! А у нас между нами-то всего 2,5 секунды. И как обычно, вся интрига на последний этап откладывается. Как у нас часто бывает. Ой, 1.24, это короткий этап. Ну и 2,5 секунды как раз. Все на волоске. Все на волоске, ребята. Ну и что же будет? Вы гляньте, только я сказал, что спойлер болтается с нужной стороны каждый раз. Как вот сейчас он позабыл, где он должен был тыхаться, и справа теперь болтается. Что ж ты, игра, творишь, а? Ребята, все на волоске. Секунда, секунда! Фу ты, блин, чуть-чуть зацепил бровку, и все. Все преимущество растаяло. Давай, давай, родной. Да плевать уже, можно все разбивать. Последний спецучасток. Все поставлено на кон. А, чуть направо не завернул вместо лево. Ай, разболтало, но... Нет! Еще полсекунды проиграли. Ну что же, не удалось победить. Дугас выиграл. Но мы на втором месте, и это хорошо. Макрей, видите, все равно позади нас. Пока что это нам на руку, если, конечно, потом Дугас не вылезет в основные наши соперники. Вот, но пока что у него там было поровну очков с нашим напарником, по-моему, Эриксоном. Но сейчас там разойдутся они. 26, почти 3 минуты нам проиграли последние ребята. Ну, круто, конечно. Silver Trophy. Ничего нам больше не дали. Ага, Дугас на втором месте. И написано, что у него 2 победы. Это как так? Объясните мне. Человек идет с 18 очками на втором месте, и у него 2 победы. Да, что-то тут, конечно, игра косячит. И смотрите, у них с Макреем теперь поровну очков. И действительно, сейчас у нас 2 соперника. Вот, но по очкам мы все равно оторвались еще на 2 очка, получается. Было 12, стало 14. Ну, это хорошо. Хорошо, идем пока в отрыв. Следующее у нас ралли будет ралли Швеции, снежная. Вот. В
снегах северной страны Скандинавии. Очень красиво. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Скудер. Подписывайтесь на все, что есть внизу, все ссылки под этим видео. Надеюсь, что вам понравилось. Ну и увидимся, как всегда, в следующей серии. Всем пока-пока.